Особую торжественность и серьезность событию придает гимн, с которого началось мероприятие. Заметно волнение главных героев праздника и их родителей. Сегодня сюда пригласили 10 юных жителей округа, которым в минувшем месяце исполнилось 14. Глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов поздравил ребят и сказал несколько напутственных слов, будучи уверенным, что этот день каждому запомнится навсегда. Этот документ, который говорит о том, что ты уже вырос, ты уже отвечаешь за свои поступки. У тебя уже есть не только право, но и какие-то обязанности. Ну и, конечно, все вытекающее из этого. Торжественность важна. Ученик 6-й школы Давид Фараджев приехал с отцом и младшим братом. Юноша считает, что паспорт – шаг во взрослую жизнь. Нести ответственность за себя, за свое поведение и поступки. Еще один герой мероприятия – Егор Бобовский, житель Развилки. Говорит, что в 14 лет паспорта выдавать еще рано. 14-летнему ребенку я не знаю, зачем нужен паспорт. А во сколько нужно давать паспорт, на твой взгляд? Мне кажется, к 16, когда экзамены нужно сдавать, ОГЭ, все эти экзамены. Отец Егора, Юрий Бобовский, не совсем согласен с сыном, считая, что, получая паспорт, подросток начинает чувствовать большую принадлежность государству, в котором живет. И сегодняшний день, несомненно, запомнится. Для него, наверное, это все-таки такое важное, знаменательное событие. То есть это какая-то отметочка в его жизни, это какой-то возрастной рубеж. В завершении мероприятия общее фото на память. У девушек и юношей в руках паспорта в новых обложках с символикой Подмосковья. Теперь каждый из ребят может смело цитировать Маяковского. «Смотрите, завидуйте, я гражданин». Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.